Сотрудник немножко в другом амплуа выступает. Сегодня приехали забирать вот это чудо. Кто сегодня приехали забирать Волгу, это видео для тех, кто говорит, что российские машины короче забирать Волгу. Стояло три года. Но сейчас самое интересное, пойдем. Значит, там задние колеса. Мы его вытащили с помощью стропа, но это вот, соответственно, устройство, ловушка, видите, тоже была. Вот только мы ее вытащили жопу, она была за этой херней. Машина ставилась вот в таком состоянии. То есть она стреляла в карбюратор, чтобы вы понимали. Выкинули немножко ненужных элементов. Представляете, в каком состоянии машина, да? То есть бензиновые шланги на этой фигне. Так, аккумулятор вон. Вот еще бензиновый шланг. Идем дальше. Три. Колеса, короче говоря, мы не будем говорить, но сюда иди. На правах антирекламы. Континенталь. Именно из-за этого она и завелась, видимо. Так, значит, смотрите, идем туда. Значит, топливо забирается из этого танка емкостью 1,5 литра. Ну, сами понимаете, что здесь половина было отсоединено. Вот в таком состоянии помпа, последи. Вот в таком состоянии радиатор. Ну, чтобы вы понимали, он развалился. И он держит, он герметичен. И Тишкин пистолет. Так, здесь фильтр нулевого сопротивления. Заметьте, нулевого. Даже в минусе, я бы сказал, сегодня. Но она завелась и работает. Вы послушайте этот звук. А? Это, извините, не АМГ, это Волга. Вы посмотрите, снимает, да? Да? До сих пор зарядка. Давление масла 3 атмосферы с половиной. Бензину 0, она работает. Это чудо, а не машина. Тахометр, правда, не работает. Но нам не надо. Нам главное на эвакуатор запрыгнуть. Давай. Итого. Итого подытоживаем. А сейчас я к этому видео приложу вчерашнее видео, где я на китайском тракторе тащил и японский Митсубиси, чтобы вы понимали, что эта тачка круче. Блин, хотел купить себе Митсубиси, но что-то теперь не хочу, короче говоря, вообще прямо не знаю. Вроде машины качественные, но, блин, так часто ломаются, это ужас какой-то. Почему так происходит, я не знаю вообще. В китайском тракторе таскаю японские машины. Ужас какой-то. Хай-фай. Вообще все здесь, антураж вообще нормальный. Давай. Наследие пандемии, вон видите, лежит. Мы победили, а зеркало какое? Ужас, просто кошмар. Ах, чёрткая тачка. Короче, глушимся и поехали.
Рома. В свете отсутствия запчастей на японские автомобили, может быть, стоит задуматься. Давай-ка я тебе эту тачку надежную притащу, а Митсубиху мне отдашь.